Любовь Курочкина работает старшей медсестрой в отделении детской реанимации 5-й городской больницы. Главным в профессии считает умение сострадать чужому горю, ведь именно это качество помогает больным не унывать и оставаться сильными в любой ситуации. Мы работаем в реанимации, спасая маленьких детей и вкладываем всю жизнь и душу то, чтобы наши детки росли и наша медицина процветала. К 160-летию окончания первой обороны медицинским сестрам презентовали документальный фильм «Тверской Севастополь». Над ним несколько лет работал священник Роман Манилов. Посвятил кинокартину уроженцам родной Твери, которые во время Крымской и Великой Отечественной войн сражались на Севастопольской земле. Среди героев – хирург Николай Пирогов и знаменитые адмиралы Владимир Корнилов, Федор Нарбут и Филипп Октябрьский. Такие же фильмы можно снять, например, «Московский Севастополь», «Рязанский Севастополь». То есть каждая губерния послала лучших своих сынов защищать Отечество. И они, многие погибли на полях Севастополя, многие остались живы. Но все они остались здесь, в сердцах благодарных севастопольцев за защиту Отечества. На сегодняшний день в 22 городских больницах работает порядка 4000 медицинских сестер. Спектр их компетенций и обязанностей с каждым годом расширяется, а количество желающих освоить эту специальность значительно возросло. С начала весны 2014 года на 245 человек. По словам директора департамента здравоохранения Юрия Восконяна, правительство Севастополя оказывает им поддержку. Правительство в первую очередь приняло ряд мер, которые привели к повышению существенному заработной платы медицинских сестер. И она немногим сегодня отличается от врачей. Второе, это принято ряд приказов и постановлений, которые значительно расширили образовательный спектр в сестринском медицинском звене. Все эти программы бесплатно внедряются на территории Севастополя. Уже проведено несколько десятков сертификационных циклов. В завершении 5 заслуженных медсестер Севастополя получили медали общественного признания имени героини Крымской войны, сестры милосердия Екатерины Бакуниной. Награду учредили в Твери в 2011 году. Анастасия Синица, Карина Сыч, информационный канал Севастополя.